Здравствуйте, мы идем в театр. Как было обещано. Я надеюсь. Что у нас тут-то есть? Во! Я как раз это в театре думал, вот это сейчас будет так. Ха! Что? Вот это да. Ой. Да, молодец. Я не могу перепрыгивать. Нужно, да, бегать только в тот момент. Я специально или не специально? Сколько там стать? 3, да? 4. Ну ладно, давайте попробуем. Вот так нужно уклоняться. Да, вот это как-то такая... Такие вот прыжки, это... Безумновато немножко. Ч... Оу. Так, что у нас тут? А! Да. Морочи 100. А! Ну ничего. Да вот эту вот гадку, да, этот кусочек. А! А, всегда падает на меня, видимо. Всегда на меня падает. В общем, такая стадия вот. Ой. Странная. Детеныши. Так, снова то же самое. Только с детенышами. Детенышами и с машинками. Два раза. А, они теперь будут падать везде и ехать на меня. Это что-то безумное. О, я смог уклониться. А может, можно бегать так спокойно? Нет. Исчезает, падает на меня, да, кажется. Вот гадко. Ну, вообще, уклоняться я понял так. Мне кажется. Да, я не могу в зоне в этот веер летать. Давайте сразу тратить суператаки. Так. Они еще падают на меня, просто берут и, и падают. Я думал, что это будет попроще. Но, видите, нет. Так, что будет после этого? Атака с телепортацией нет, на самом деле. Не всегда. Так, давайте веер пускай здесь будет. Опасно. Телепортируйся. Веер исчезает. Так. Как я мог не... попасться на такую дурацкую атаку? Да что же это вот гадку, да? Эти вот прыжки с переворотами. Детеныш. Ладно. Да, веер лучше, когда веер бросает, нужно...
хочется. Что, как ты можно так делать? Лучше идти через него. На другую сторону. Это было быстро. Можно забить? Нет. Детёныш! Ой, это опасно. Вот это безумные атаки, слушайте. И я еще уклоняться могу и сверху, и слева, и справа, и слева. Ну, ё-моё, вот это гадко. Не думал, что это будет, не знаю, как быстро, недолго. Но... Что я сделал? Нет, мимо. Можно на них стоябельность можно делать. Ой, можно перепрыгнуть все-таки. На первой стадии это понятно, что делать. Уже вторая началась, да? Можно ускоряться, не обязательно, кстати. Все уходит. Давайте попробуем стоять по центру, более-менее нужно. Ну, в общем, неважно где. Какую тактику будем делать с этими машинками ездить? Надо просто следить за всему. Веер-то не знаю за что. Она не телепортируется. Детеныш! Нет, веер не бросает все-таки. О, получилось. А машинки-то не кончились. Ой-ой-ой. Что будет делать? Что будет делать? Вот в чем главный вопрос. Луна. Это как метеорит. Его надо расколоть, желательно. Там звезда. От которой нужно отскочить, чтобы вернуться от волны. Да. Отлично. Ну, в общем, вторая стадия это безумие какое-то. Что ж такое-то? Кто так придумал? Ну, конечно, можно вернуться, но безумие. Надо второй стадии суператаки тратить, дебил. Продолжаем. Как можно... Я просто забываю, что такие способности есть. После некоторых моментов. Наверное, лучше бросать не у края, или как? Не у края. Нет! О, я стоял на детёныше. На каком детёныше? Ну, детёныш, можно сказать. Не трать суператаки! Суператаки на последнюю стадию, на вторую стадию. О, то есть меня всё-таки не бьет при падении. А-а-а, что я наделал? Лучше делать, понимаете? Падает в моем направлении все-таки. Я второй раз попался, что ж, потрясающе. Посмотрим, насколько быстро без суператак. О, видишь, детеныши уехали. У нас почти накоплены суператаки, так, в смысле.
Вы готовы? Я заметил веер. О, получилось, в смысле, без урона, почти. Не считая дурацкого момента, где... Или может и продолжить падать, так. Лу нужно расколоть обязательно, если я правильно помню. Я помню, отскочить. Можно я без снизу? Грозы, грозы, грозы. О, табличка появляется, кстати, сверху, что происходит. Метеор. Опять грозы, какого черта? Большая волна. Вот, может два раза сделать. Грозы. О, получил! Слушай, это легкая стадия какая-то. И на финальной стадии, которая в теории должна быть короткая. Это что? Слушайте, я думал, у меня достаточно здоровья еще. В теории должна быть короткая, видите? Я только... Ладно. В общем, все ясно? А что я тут делаю? Прыгаем. Просто стой на месте в момент улетания. Да, прилетает немножко передо мной. Ой, это опасно. Нет, не очень. То есть при первом прыжке. Ладно, без прыжка, давайте пойдемся. Да ё, мы так нечестно, это нечестно, потому что мушки. Главное сейчас от веера уклоняться, вот что плохое, что самое. Я слежу за этим, но за веером не особо. Да. Оу! Все-таки может, не только передо мной, а на меня тоже. Может, это случайность зависит, может, не зависит. Бах! Нет, заново. Это была какая-то тупость просто настоящая. Оу, и сзади меня тоже может. Исчезай, пожалуйста. А, все. Стадия не накопилась. Какая стадия? Стадия. А! И веер. Опасно! Что делать было? Это я сам себя запер в углу, да, потому что. Я же менял, кстати. Помните? Нет, не помню. Вы помните, а я не помню что-то. Веер под это, ну, не лучший способ, но все-таки. Субакин!
Все уже, ух ты, вот это сюрприз. Я потерял на веер. Да, веер сам меня врезался, кажется. Мышьяк, так. О! Одно здоровье. Так, как у нас тут? А, сейчас я помню, что да. Мышки, к счастью, ушли. Метеор, большая волна. О, два раза на метеоре. Молния, вот это может быть нас повредить. Они просто на меня наводятся, как я знаю, да? Как я догадываюсь. Метеор. Большая волна. Ой, можно здесь удариться, можно? Отлично, молнии не пришли. И остался финал. Здесь зонтик безумный. Он пойдет по центру, скорее всего. Еще цветочки. Здесь цветочки можно трогать хотя бы? А, то есть зонтик самонаводится на меня еще. Ё-моё. Цветочек! Наверное, это я и проглядел. Да, вот стадия короткая, потому что как бы сложно попасть. В теории. Все-таки попался. Сколько по-вашему я вредил? Почти. Нормально, нормально. Бух! Извините. Вот за жизнь на последнюю стадию бы хорошо. Ну и на вторую тоже. Пожалуйста. Может перепрыгивать меня, кстати. Даже, возможно, шифтить не обязательно. Я повторюсь, это было опасно. Да, может как на меня падать, так и рядом со мной. Вот такая вот. С разным шансом. И вот и все. Я понимаю, зачем эти детеныши сверху, которые... могут. Я делаю свою первую атаку. О, нет. О, нет, дидел! О, нет! Может быть, не повредит меня? Да. Бутылек не повредил меня. Ах ты ж гадкий веер! Слушайте, вот это гадку, да. Не попадись на уловку мыши снизу. Есть. Осторожно, веер, да? Два здоровья, главное. Может подождать на... Большая волна, внимание. Могу делать... А, то есть так вот, да, ну так. Я хотел порадоваться, что здоровье осталось. Оказывается, я могу и здесь повредиться. Опять гроза. Самоводящийся, да? Терпа подальше, да? Опять гроза. А, что? Я обычно всегда уклоняюсь. Самонаводящийся! Вот легкий способ победить в последней стадии. Ну а мы не ищем легких. Нет, мы ищем. Как бы ищем, но. Не сейчас. Легкие способы нам. Я хочу за мной. Можно самонаводящий, но можно давайте попробуем суператакой попытаться. В последнюю стадию. Сейчас опять не получится вот этой последней стадии. Когда мы дойдем до последней стадии, дойдем. Но я переключу нас с владельцем. Может быть, может. Так, ну, всякие там разные есть. В общем, вот этот сам... Накапливается атака, это какая-то фигня.
смысле сложно. Да, в общем. Всё. О нет, ты делаешь прыжок. И штука меня, сейчас мушки, да? Верор! Ах, ты ж уворачиваешься. Это мышку словим, который падает на меня. А, все, мышка, кстати, не возвращается. Ничего, далеко это отлично. Прямой кросс нужно просто бежать. Хорошо, волна, внимание. Ай! Бежу на кросс, хотя... Ай! Да. Звездочки не дают бонусной силы. Оу. Круто, не правда ли? Но долго крутым быть я не могу оставаться. Мимо. И меня убили. Ладно, переключаем на становящиеся. Это было близко к концу, как... Нет, это было вообще не близко. Ну, становящиеся, что ж. И сейчас с легкостью запройдем все это. Ну, мы же тут несложно любители, или как сказать. Мы кое-кто. Он, конечно, подстарает другие снаряды, давай потом другие снаряды вместо становящиеся. Давайте попробуем переключить. Может, попробуем это потом. Давайте. Да, я знаю, сам дышится. Не сейчас. После того, как перезаходишь уровень, так... Слишком странно все становится, знаете. Это было уже. Третья суператака — это такая странная суператака, но, возможно, она одна из хороших. Потому что вторая суператака — это просто неуязвимость, это не суператака, это какая-то тупо... Давай! А! Оу! Я понял, что это такое за суператака, это очень странная суператака, но дурацкая. О! Сердечко. Да ё-моё! Ну, мы попробуем, давайте... С этой суператакой. О, получилось, смотрите-ка. Просто можно аккуратно, да. Где батовичка фунтер, я видел, да. Пугал.
все будет читерно. Слушайте, сейчас будет проходить с этим суператакой, если я получится. Я отвлекся. Морозы. Потрясает. Очень потрясающе. Трезубец какой-то трезубец, а? А! Ну, мозг называют трезубец. Ладно, давайте будем называть, как называется. Как само хочет называться. Чё, всё? А! О, господи, просто сюрприз. Трезубец. Вот это не видел никогда такого, чтобы прыжок был на таком месте прям совершенно сильно. Но как прыжка понять, я понял. Нужно влево-вправо нажимать, и он сам по себе двигается. Но при том, мы не неуязвимы в этот момент. И он еще потом дает здоровье. Чтобы нам получше проще было. Да-д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 а. Метеорит. И волна. Так, что, какая у меня была ошибка? Я, несмотря на розы, вспомнил. Это ошибок века. Для человека. Опять гроза. Волна уже. Осторож! О, чем я испугался, что это я уже погибаю. Вот и все. Это так работает, видите. А зонтик что не прекращает? Я не могу так бесконечно! То есть мы победили, но зонтик все равно может гоняться с нами. Как видите, вы увидели, что произошло. Мы прошли это. Это очевидно было. Да что там говорю? Всякую фигню. О, что, неплохо, что ли? Почти. Да, как видите. Видели? Давайте сразу переключим, кстати, на следующую... У нас ведь остались еще эти уровни с обычными бегами, а не на самолетике. А это что такое? Это следующий босс, что ли? Давайте взглянем. Давайте сразу переключим этот суперснаряд, и хочу посмотреть, как вот это... Или вот это работает. Да, это пузырики, вот это с бумеранги. О, поезд, я не помню, что это. А, недоступен, недоступен. А там уже конец, финал. Возьмем такой босс в финале, но пойдем к этому боссу в финале. Может быть. Пока что, здравствуйте. Ну, снова босс. В следующий раз может быть уровень обычный. О, нет, мне нельзя проходить снова здесь. Да что ж такое-то? У нас остался... Да, взглянем, давайте взглянем. Чего тут? Да, два босса и один... И одни бега. В следующий раз, думаю, бега. Или босс. Или бега. А потом паровоз. Ну, пока.